Всем привет! Сегодня готовлю апельсиновые маффины. Ароматные, невероятно вкусные. Рецепт очень простой и из доступных продуктов. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал. Поехали! Для приготовления нам понадобится апельсин, сахар, яйца, сливочное масло, разрыхлитель для теста, ванильный сахар и мука. Все пропорции будут указаны в описании к видео. Ну что, начнем? Натрем цедру апельсина. Теперь выдавим апельсиновый сок. Перетираем сливочное масло с ванильным и обычным сахаром. Добавляем яйца. И перемешиваем. Я это сделаю миксером на низких оборотах. Добавляем апельсиновый сок и цедру. Снова все хорошо перемешиваем. Теперь добавлю муку и разрыхлитель и буду замешивать тесто. Вот такое некрутое тесто у нас должно получиться. Теперь наполним формочки и будем отправлять запекаться. Выкладываем тесто на 2/3 от формы. Отправляем запекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 20-25 минут. Маффины готовы. Теперь дам им немного остыть и буду доставать. Маффины получились очень ароматные, пышные, красивые. Отличный десерт для чаепития в семейном кругу. Очень рекомендую приготовить. Но у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, готовьте вкусно!